Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео поговорим о том, как же правильно обращаться с деньгами. Какие важные правила нужно соблюдать, чтобы в вашей жизни, в вашем доме, в вашем кошельке были деньги. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, будет очень много полезной, важной и нужной информации. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. В комментарии напишите следующую волшебную фразу: «Я принимаю деньги легко и с радостью». Истинно, да будет так. Пожалуйста, не забывайте прописывать ваше полное имя, и Вселенная это быстрее приумножит и привнесет в вашу жизнь. Вы знаете, какое бы количество денег ни появилось у вас, их всегда будет недостаточно, так как с их количеством растут и потребности человека. Но обращаю ваше внимание, что к одним людям деньги так и липнут, а другие, как бы ни старались, не могут, к сожалению, заработать сумму, которую бы им хотелось. Привлечь в свою жизнь удачу, благосостояние может помочь мудрость и советы, которые использовали наши предки, тем самым привлекая в свою жизнь деньги и богатство. Прежде всего, нужно обратить внимание на то, как вы себя ведете в доме. Ни в коем случае нельзя в нем свистеть, а если вы находитесь в гостях, то этого также не стоит делать. Почему? Дело в том, что вот таким вы поступком отпугнете денежную энергию не только от себя, но и от тех людей, у кого вы находитесь в гостях. Если вы хотите каким-то образом выразить свои эмоции, то лучше всего спойте какую-то песню. При этом желательно, чтобы это была песня не просто ни о чем, а вы даже можете придумать слова или, например, какие-то определенные фразы, с помощью которых вы тем самым еще и будете привлекать деньги. Помните о том, что когда мы с вами выражаем какие-то эмоции, мы в этот момент осознанно или неосознанно отправляем правильные энергии. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь обязательно проговаривать какие-то слова. Ну, например, для одного какого-то удивления, да, когда вам какую-то новость рассказывают, скажите: привлекаю или приумножаю, ух ты, да, приумножаю. И таким образом вы уже по-другому настраиваетесь со Вселенной, помните об этом. Также нельзя деньги отдавать или брать через порог. Нужно переступить через него или пригласить войти в дом того, с кем вы хотите расплатиться. В таком случае вы не нарушите денежные потоки. Не давайте деньги и из рук в руки. Результат этого только неудача. Нужно положить их на какой-либо предмет, ну, например, на стол или на стул, и человек пусть их сам возьмет. В таком случае негативная энергия уйдет, не причинив вам никакого вреда. Далее, друзья, желательно в доме иметь денежный талисман. У каждого это будет свой талисман. Например, это может быть фигурка трехлапой жабы, но поставить ее нужно так, чтобы от нее была польза, а не вред. Ставят ее на мебель невысоко от пола, спиной обязательно к двери. А еще будет лучше, если она не будет смотреть в сторону окон или входной двери. Иначе деньги не будут приходить в дом, а будут наоборот уходить из дома. Можно использовать и в качестве талисмана аквариум. Если он есть у вас, то жабу поместите рядом. Два таких сильных вот талисмана привлекут в ваш дом еще больше финансов, так как энергетика одного из них усилит энергетику другого. Желательно иметь в доме и растения, которые своей энергетикой будут притягивать деньги. Но помните, ухаживать за ними нужно старательно, уделять им должное внимание, так как пышное растущее растение будет привлекать достаток, а если оно будет увядающее, больное, только ухудшит ваше материальное положение. Помните об этом. Также, как вариант, хорошо завести сундучок, куда будут откладываться хотя бы небольшие суммы денег, но это вы будете делать регулярно. При этом своими словами желайте всем живущим в доме, и в том числе и себе, благополучия и финансового достатка. Это будет притягивать больше денежных потоков в ваш дом.
Вы знаете, что деньги любят порядок. Если они по дому лежат в разных местах, то этим самым вы высказываете неуважение к ним. Они просто-напросто могут обидеться и уйти от вас. Вернуть назад будет гораздо сложнее, чем обеспечить им должное хранение. Многие, не зная или просто не задумываясь, выносят мусор из дома после захода солнца. Этим действием вы, помните, вы отталкиваете от себя только достаток. Пол в доме также подметается по правилам, от порога к середине комнаты. Делать это надо, желательно, в утреннее время. Нет времени утром делать, делайте это до обеда. Ни в коем случае никогда не подметайте пол после захода солнца. Если вы не хотите заблокировать доступ денежным энергиям и удаче, нужно тщательно тогда протирать имеющиеся в вашем доме или в вашей квартире зеркала, окна и другие поверхности стекла, дабы светлые энергии могли спокойно попадать и передвигаться по вашему дому. Если вы задумали построить новый дом, то очень хорошо проделать следующее. Возьмите небольшой льняной мешочек, 4 желтого и 4 белого цвета, и заложите его в фундамент вашего дома, для того, чтобы вы никогда не знали нужды в деньгах. Если вы живете в квартире или дом уже у вас есть, то разложите монеты по всем углам, при этом проговорите такие слова: «Монеты службу сослужите, деньги в дом мой притяните, чтобы недостатка в них не знала и счастливо поживала». Просьба о деньгах будет более действенной, если в этот момент луна будет расти. Многие ритуалы на деньги делаются именно в этот период. Одним из них является такой. Возьмите кошелек, положите в него горсть монет разного номинала и цвета, откройте пошире, чтобы лунный свет попадал в него, и проговорите такие слова: «Монеты серебряные и золотые, энергии луны заряжаются, изобилие мой дом наполняется, монеты по углам разложу, удачу к себе притяну, кошелек мне службу сослужи, чтоб не знала я нужды». Белые монеты разложите по углам в доме, желтые положите в то место, где у вас хранятся деньги, а одну оставьте в кошельке. Но помните, никогда нельзя считать деньги вечером. Это разрушит денежные потоки, и они у вас надолго не будут просто-навсего задерживаться. Если вы получили деньги, будь то зарплаты или от продажи какой-либо вещи, не тратьте их сразу же. Они должны побыть в доме некоторое время. Этим вы проявите к ним уважение, показав, что нуждаетесь в них. А в другом случае вы уже не сделаете необдуманную, спонтанную покупку. Не нужно дарить другу или близкому человеку новый, но пустой кошелек. В него нужно положить купюру любого номинала. Это привлечет денежную энергию не только к вам, но и к тому, кому сделан подарок. Нужно положить в кошелек в потайное отделение так называемую неразменную купюру или какой-либо денежный талисман. Они будут притягивать деньги в нужном для вас количестве. Друзья, используйте эти простые правила, и ваша жизнь будет совсем другой, в изобилии, в достатке и благополучии. Ну а прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, нам будет очень приятно. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна, друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимаете на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.